На старте лыжной гонки памяти Виктора Ольховского самые юные участники. Они бегут дистанцию в 500 метров. Яна Бек встала на лыжи в 4 года и вот уже 5 лет регулярно тренируется. В этот раз в своей возрастной категории финишировала первой. Очень довольна. Ну, сначала я старт проспала, а потом выиграла. Гонка памяти руководителя городского департамента спорта Виктора Ольховского проходит в 4-й раз на своей традиционной площадке в парке 60-летия советской власти. Сегодня очень хорошая погода, солнце, вот, трасса достаточно хорошая, снег выпал, ну, лед, но вроде нормально ехать. Гонка пользуется большой популярностью у спортсменов. В этом году на старт вышли 200 участников. В программе дистанции на 500, 1700, 2500 метров. Это одна из возможностей завершения сезона. Если у кого-то что-то не получилось на других соревнованиях, сегодня показать свое мастерство. Для меня эти соревнования, это, ну, не просто вот так положено, так модно провести гонку там памяти. Для меня это нечто большее, это вклад в будущее моего ребенка. Моему сыну, друзья отца расскажут, каким он был, что он сделал, как он это сделал, как он к этому пришел. Я думаю, для моего сына это будет очень важно. Победители гонки получили дипломы и памятные медали. Лариса Шлафаст, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.